Андрей Дмитриевич уже столько лет физически с нами рядом нет. И мне честно не верится. Мне кажется, что он уехал в отпуск, он уехал на свою дачу писать, где ему очень хорошо писалось. И он обязательно вернется. Андрей Дмитриевич очень любил свою малую родину. И благодаря ему мы были знакомы и с композиторами, и с Володей Мигулей, и с Женей Мартыновым. И он постоянно приезжал, ему там хотелось вот поделиться с людьми тем, чем он обладал сам, и своими друзьями тоже. И это было просто замечательно. Я считаю, что сегодня просто изумительный вечер. Хорошо. И мне случилось встретиться еще при жизни и на встрече книг. И до сих пор земля на небо сердится, что так жестоко оно было к ним. И тоже жизнь. Я вспоминаю женщин, которых на пути своего встречал, с кем нежен был, суров и беспечен, деля открыто радость и печаль. Я всем им бесконечно благодарен за дни восторга легкие, как бриз. И как писал великий бабник Байрон, чем больше женщин, тем прекраснее жизнь. Для нас очень важный вечер, такой большой проект, который сегодня финиширует вот этим прекрасным концертом. Андрей Дмитриевич для нас вообще, для Арифа, не чужой человек. Мы работали вместе, он был нашим автором, мы брали у него интервью, он был нашим экспертом. И в этом году ему 95, а нам 45. Нам намного меньше, но нам повезло быть рядом с по-настоящему истинным народным поэтом. Друзья, наслаждайтесь сегодня воспоминанием о том, какими мы были и какими мы будем. Андрей Дмитриевич точно с нами сейчас здесь, в этом зале. Спасибо. Вечер сегодняшний, он получился таким глубоко искренним, таким глубоко душевным, то есть он получился совсем без артистической игры. Все пришли на вечер близкого друга, атмосфера вся пронизана была этим чувством. Я вот говорю, у меня мурашки по коже. То есть спасибо большое организаторам, спасибо большое Андрею Дементьеву за те эмоции, я думаю, что он нас слышит, за те эмоции, которые он дарил нам при жизни, и за те эмоции, которые он дарит нам сейчас и будет дарить в будущем. Вы знаете, для аргументов и фактов это дебют. Это первый концерт, который организовывает издательский дом «Аргументы и факты» здесь, в Кремлевском дворце. Конечно, для нас это и трепет, и восторг одновременно, потому что Андрей Дмитриевич был не просто другом, он был гостем, он был автором, он был невероятным человеком для всех журналистов нашей редакции, потому что дружба была не только между Дементьевым и Аифом, но между юностью и Аифом. Я рада, что наш проект с аргументами и фактами увенчался успехом, потому что мы прошли три этапа. Мы сделали мультимедийный сайт поэта Андрея Дементьева, мы сделали выставку, мы сделали виртуальный тур по Твери, по Дому поэзии и завершили концертом. Этот год юбилейный, 95 лет Андрею Дементьеву. И я так мечтала, чтобы весь год был праздник, чтобы весь год такой был марафон, что ли. Мне кажется, что не только мне, но и всем здесь присутствующим этот концерт очень понравился.
Не плачь, у нас встреча с тобой, а не проводы. Мы снова сегодня наивны и молоды. Давай